достаточно интересное исследование о наступлении Санкт-Петербурга и регионов. Мы видим кардинальное увеличение инвестиций в регионы. Такого не было, ну, если посмотреть историю с 2007 года, никогда. 22% инвестиций пошли в регионы. В этом году пошли чуть более по углубленной схеме. Будем заниматься работой много с личным кабинетом, для того, чтобы как можно больше услуг оказывалось непосредственно в личном кабинете уже пользователя. И запустили, сейчас пока тестируем ее, но это уже публичное тестирование, онлайн-сверку. Через сервис онлайн-сверка предполагается, что можно сверить любую задолженность с городом достаточно быстро и оперативно. Тестирование продлится, скорее всего, до конца января. Конечно, я думаю, что мы надеемся, что те события, которые произойдут, скажем так, с перестройкой работы фонда, они будут положительны. Вот, и никак, скажем так, не повредят той практике, которая у нас существует на сегодняшний день.